Смотрите в этом эпизоде. Ну, Василий Иванович, посторонись! Что делать собираешься, Петр? Сейчас доску загарпунивать буду. Чего, вот чего? Как? Ничего, сейчас увидишь. Понял, Василий Иванович? Чпок. Вот это да. Ай да молоток, сам придумал. А то кто же? Ну вот, можешь ведь когда захочешь. Можешь. Иди-ка, вперед, Петька. Первый, Петька. Зачем? Да просто, на всякий случай. Как всегда. На чем мы остановились, друзья? Дед, полагается нам арбалет. Эй, ловите, все равно мне от него никакого проку. Это точно. Эй! Привет, друзья! Итак, Петька Василий Иванович 5, эпизод 7. Конец игры. Хотя это и не конец игры. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчик. Ну что, компания Бука Интертеймент совместно с компанией Сатурн Плюс представляют. Так, загружаемся. Загружаем нашу игру. На чем мы остановились? Да, итак, поехали. Так. Ну, для начала нужно вернуться обратно к танку. Эй, что-то мы не туда зашли, ну ладно. А вот заодно проверим. Я бы туда не советовал. Утопнешь. О, как? Да не утопну. Утопнешь, утопнешь. Там болото непроходимое. Один я дорогу знаю. Так покажи. Не могу. Апатия у меня. Как пчелки твои улетели, так вот хандра у меня и началась. По сей час не проходит. А если я тебе назад принесу пчел твоих, пройдет твоя хандра? Да, конечно, пройдет. И через болото тогда путь покажу. Но только если пчел вернешь. Все понятно. Так. Ну, без пасечника туда лучше не ходить. Засосет. Ну, туда мы придем. Так. Ну-ка, вернемся. Не туда мы пошли. А, вот, правильно. Мы же отсюда к танку пришли. Ну вот, гильза, нам нужно забрать гильзу. Гильза, Василий Иванович, пустая. Валялась тут, никому не нужная. И ты ее, конечно, взял. Конечно, не пропадай. Не будь я Петька. Не будь ты Петькой. Ладно, погнали дальше. Так, теперь берем арбалет. Применяем на веревку. У вас пила простая, стала с веревкой. Теперь это дело забираем и применяем на доску. Ну-ка, Василий Иванович, посторонись! Что делать собираешься, Петр? Сейчас доску загарпунивать буду. Чего-чего? Ничего, сейчас увидишь. Чпок. Ай да, вот так. Ай да молоток, сам придумал. А то кто же? Ну вот, можешь ведь когда захочешь. Конечно. На то он и Петька. Ты первый, Петька. Зачем? Да просто, на всякий случай. Как всегда. Петьку вперед. Так, ну что, с охранником надо поговорить. Кто такие? Да своим. Мы свои! Я Петька, а это Василий Иванович Чапаев. Чапаев? Что-то не похоже. Вот у меня на лице написано, что меня Пров зовут. А про вас не сказать. Чем докажете? Да у нас документ есть! С печатью! Да, показать? Со штемпелем. Так это... грамоте мы не обучены. Ну ладно, верю. А чего вам надо? Хотим видеть командира отряда. Никак это невозможно.
Совещается он, приказал не беспокоить. И долго он совещаться ну, будет, командир свой? Счастливый. А кто его знает? Он уже неделю совещается. Совещатель. С кем это он целую неделю совещается? Сам с собой. С кем? Один. Он у нас голова. Ясно. Вот что, Петька, необходимо это совещание прервать. А то неизвестно, до чего человек в одиночку досовещаться может. Так, ну вот теперь нам нужна гильза наша, которую мы подобрали. Затыкаем трубу. Ты зачем туда, Петька, залез? Сейчас мы, Василий Иванович, этого заседателя выкуривать будем! Так. Ага. О, тревога! Враги сожгли родную хату! Отбой, комиссар! Это я, Чапаев! Василий Иванович, ты! А кто же мне хату-то поджег? Да никто не поджег. Это Петька там шалит. Петька, сымай гильзу. Надо же было к тебе как-то прорваться. Охрана твоя ни в какую не пропускала. А что я, Дмитрий Андреевич? Вы ж сами приказали. Ладно, заходи, Чапаев. Петька, за мной. Вперед. Подписываемся, друзья. Жмем на колокольчик, оставляем комментарии. Делимся с друзьями. Ну, здравствуй, комиссар. Что же ты заперся? Сидишь тут, света белого не видишь. А, белка динамку крутит. Думаю, как от батьки Филина избавиться? Да с центром связаться. А что с центром? Да был тут у нас один боец. Якшаром звали. Так вот, ушел он к бандитам. Самогонка там, видите ли, дармовая. Угнида. А с собой этот Иуда от революции трубку телефонную прихватил. Уж не знаю, как он это сделал, но факт остается фактом. И что теперь? А теперь вот с центром связаться не могу. А они мне должны важную информацию передать. И что теперь делать, не знаю. Еще и Анка в беду угодила. Анка? Аннушка! Что с ней? Анка? По моим сведениям, она сейчас в плену у этого бандита Филина. Сожительство ее склоняет недомерок, а? Но Анка стойкая, я знаю. Она ни за что на это не пойдет. Вот что, Петька, Анку надо спасать. Трубку конечно возвращать, иначе грош нам с тобой цена. Совершенно святое с тобой согласен, товарищ комдив. Только... Никаких только, Петька. Пора начинать действовать. Сколько уже тут можно без дела шляться? Скажи-ка мне, Фурманов. Что? Как это вы допустили такое? Батька Филин со своей бандой в округе заправлял. Не допустишь тут, как же? Когда у них жратвы навалом, а до самогону. Вот и бегут к ним люди на дармовые харчи. Что же это у тебя, комиссар, за люди такие несознательные, а? Так ведь не со злого умысла, от голода же бегут-то. Запас харчей иссяк, хутор погорел. А где харчи брать, когда кругом одно болото? А вы, значит, в партизаны подались? Мы в партизаны? Да что там? Силы-то неравные. Еще этот Якшаров трубку спер, Иуда. Теперь с центром связи нет. Да, положение нелегкое, да, но не безнадежное. Нелегкое. Так, мы там у тебя флаг видели. Мы там у тебя флаг над землянкой видели. И что с того? Дырявый. Да висит себе без дела. Как ты без дела? А зачем он тебе? Вот нам с Петькой пригодился бы. Отдай, а? Ну, знаешь ли, Чапаев, не в моих это правилах красным флагом разбрасываться. А если это делу революции поможет? Ну, если только делу революции. Значит, можно взять. Ладно, берите. Только аккуратнее с ним, это же вам не портянка какая-нибудь. Это знамя. Понадобится. А зачем же ты их шаровую трубку? А, про светлое будущее слыхал? Про светлое будущее слыхал? Ну, слыхал. И что ты по этому поводу думаешь? Да ничего не думаю. Не до будущего мне сейчас. Мне бы хоть с настоящим разобраться. О, занятой. Так, и что про Якшарова давай сейчас спросим. Зачем же ты Якшарову трубку забрать позволил? Кто? Я? Да что ж я, совсем что ли? Это он сам стащил, стоило мне на 5 минут отлучиться. Хорошо еще, что документы секретные не нашел, а то бы и их прихватил. Тогда бы еще хуже было. Да, ладно, пластиночку заберем.
знакомая пластинка. А ну-ка, Петька, глянь, что там написано. Речь командарма Семена Буденного. Точно, она. Бери, пригодится. А можно? Можно. Можно, можно. Где ты будешь играть, Аня? Все правильно. А нам пригодится. Выходим. Так. Возьмем камуфлаг, который договорились забрать у Фурмана. Эй, эй, куда руки к флагу тянешь? Да нам Фурманов разрешил! Василий Иванович, скажи ему! Ты, проф, извини, но это распоряжение комиссара. В избежание, так сказать, массовых беспорядков и для помощи общему революционному делу флаг приказано изъять. Ну, если для дела революции... Вот именно. Сымай, Петька. Так, колесико попробуем, нет? Давай-ка колесико попробуем забрать. Пригодится ведь. Только нам его не нужно сразу забрать. Нам колесо нужно! Колесо? Да не то чтобы... Но все равно бери, пригодится. Куда пригодится? Я вам дам. А ну, слезай оттуда! Так, не дал. Ну, конечно. В другой раз возьмем. Тебе чё? Колеса жалко. Жалко, потому что это не колесо вовсе, а вентиляция. И брать ее я вам не позволю. Какая же это вентиляция, если это обыкновенное колесо? А вот какая есть. Для командира специально установлено, чтобы он спокойно себе совещаться мог. Вы что, хотите, чтобы он там задохнулся? Ну вот, и не трожьте тогда. Бревнышко возьмем. И дровишки. Возьму одно, а то зимы нынче холодные. Петька, что ты городишь? Какие зимы? Да это я так, Василий Иванович, для красного словца. Ладно. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчики, оставляем комментарии. Так. Пошли-ка мы к этому. Где там? Деду надо пчел латать. Федосеич, вот я тут тебе пчел принес. Не знаю, твои ли, на них же не написано. Мои, мои, тут в округе все пчелы мои. Давай их сюда, родных. На. Вот, живы и даже здоровы. А я-то теперь как ожил. Даже и апатии прошла. А все, пчелки мои родные, вернулись к дедушке. Прошу заметить, не без посторонней помощи. А, ну да, конечно. Я же спасибо еще не сказал. Спасибо. Теперь, ежели чего, обращайтесь. И через болото проведу, на хутор жеребец или еще чего-нибудь. Так, ну вот, а ты говорил, без пугала враги сюда полезут. Да я на самом деле от чернокнижного так загораживаю. Так, а как это с ним? А что чернокнижный? Что он тебе вообще может сделать? Да мало ли, он же колдун, а колдуны способны на всякое. Ох, это чернокнижный. Ладно, Полица, пошли. Ты обещал нас через болото провести, на хутор жеребец. И проведу, чего уж там, мне не трудно. Идите за мной. Только смотрите, никуда не сворачивайте. Болото шутить не любит. Очень не любят. И дело с концом. Пойдем, Петька. Долго ли, коротко ли они шли, и бац, пришли. Ну вот, ваш хутор погорелый. Видите, все сгорело, а мельница стоит. Это потому, что там чернокнижный живет. А кто вот он такой? Ну, чернокнижный этот. Колдун, как есть колдун. И глаз у него недобрый, нехороший. Эй, пойду я отсюда. Почему? Не хочу лишний раз с чернокнижным встречаться. Да и вам не советовал бы. Но это вы сами решайте, ваше дело. Товарищ комбик, а мы встретимся. Тоже того, пойдем. Стыдно, Петька, колдуна какого-то испугался. Да и сказки это все, колдунов не бывает. А почему тогда мельница не сгорела? Потому что она, Петька, каменная. Понимать? Каменная.
Понимаешь, Петька? Так, где там наше бревнышко? Сейчас мы это дело зарядим на эту ручку. Только не Петь, только не Петька. Наверное. Хм, а с помощью полена можно ведь и мельницу завести. Можно. Только у меня силы не хватит. Конечно. Василий Иванович, давай. Ну-ка, Петька, посторонись. Сейчас я буду пробовать мельницу завести. Давай, попробуй. Ух ты! Во как! Вот тебе, Петька, и ух ты! Немного ума и фантазии, и вот, пожалуйста. Цепляйся, Петр, наверх поедем. Поедем, ей-богу, поедем. На крыльях. Так, теперь надо взять вилы и придержать вот ту вот тыкву, которая стоит там в дырке. Сейчас мы вот эту тыкву на вилы насадим, чтобы она, значит, не падала оттуда. Правильно. Ну-ка, Петька, разойдись. Вот. Опа. Так почему мельница не сгорела, Василий Иванович? Я же говорил уже, Петька, потому что каменная. У тебя что, склероз? Обижаюсь, товарищ комдив. Я по бабам-то давно не ходил. Ну, Петька. Так, ладно. Ну, вот так, пошли. Ить, прямо кладовая природы тут у него. Вот это вы да. Как вошли-то сюда? Да очень просто. Думал, ты их бы повесил, никто теперь к тебе не войдет. Ну, вообще-то да. Ну, раз придумали, как войти, значит, умные люди. Не чета этим нашим местным. Может, у вас и литературка с собой какая имеется? Какая? Какая? Откуда? Научная, которая свет проливает на загадки природы и тайны звезд. А при чем тут звезды? А вы посмотрите в телескоп и сами все поймете. Ну-ка, дай. Ого! Че там, Василий Иванович? Светлое будущее, Петька. Как? Опять? Не опять, а снова. Да ты сам посмотри. Это ж, по-моему, Леона выходил в космос первый. Точно! Оно! Светлое будущее! Ага. Не знаю, про что вы говорите, только это не светлое будущее вовсе. Да как же? Оно! Че, я не вижу, что ли? Полетело. Это все обман. На самом деле все эти видения... Луноход? Результат звездного магнетизма. Чего? Результат звездного магнетизма, говорю. И ничего более. Хе, да сам ты отсталый мракобес и безграмотный мистик. Вот ты кто. Я чернокнижный. Оно и видно. Так, ну-ка надо с ним поговорить, наверное, да? Или возьмем пока вам грибочки там всякие. Сколько у тебя тут трав разных? Руками не трогать. Да больно надо. Петька, я бы на твоем месте не грубил. Колдуны народ непредсказуемый. Угу. Так. Только вот кровать мою трогать не надо. А я чё? Я ничего. Грибочки. Осторожно. Грибочки. Ядовитые. Да ну, это ж опята. Чё я, опят никогда не видел. Ну, тогда съешь один. Что-то не страшновато. У меня на грибы аллергия. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчики. Так. Послушай, колдун. Я чернокнижный. Ну, как ты с... Чернокнижный. Ну, и имя ты себе выбрал. Ничего я себе не выбирал. Меня так люди прозвали. Это за что же они тебе так? Боятся, потому что не знают.
Человек так устроен. Если что неизвестно, боится. А чего меня бояться? Вот вам, например, страшно? Да мы с вами прекрасные бойцы, и мы ничего не боимся. Правда, Петька? Ну, в общем-то, да. В смысле, так точно, товарищ комдив, не боимся? Ну вот. Зачем тебе насчет светлого будущего? А насчет светлого будущего я вам уже все сказал. Нету никакого будущего. Ни светлого, ни темного. Корни с тобой не согласен. Будущее есть, мы его сами видели. То, что вы видели, результат звездного магнетизма. Сколько можно повторять? Бесполезно, Петька, с ним об этом говорить. Несознательный элемент. Что с него возьмешь? Так, я смотрю, ты не только колдун. Ты не только колдун, но еще и астроном. Верно подметил. Да только литературы мне научной не хватает. Мне бы книгу одну из усадьбы достать. Я бы работу свою продолжил. Так сходи да возьми. Мне лишний раз с людьми встречаться неохота. Аура у них плохая. У них плохая. Могу. А как же мы? У нас ведь тоже аура. У вас еще ничего нормальное. Голова только болит немного. Послушайте, может, принесете мне эту книгу? Очень она мне нужна. А мы потом с вами сочтемся. Сочтемся. Не знаю. У нас у самих дел. Ладно, принесем. Дело-то не пыльное. Принесем. Благодарю. А что ты тут вообще делаешь? Живу я тут. Ну, это-то понятно. А занимаешься чем? Настойки разные делаю, травы сушу. Не видно, что ли? А какие настойки? Петька, ну что ты к человеку пристал? Сейчас наколдует на тебя порчу какую-нибудь. У тебя и уши-то отвалятся. Да я просто полюбопытствовал. Любопытство, Петька, до добра не доводит. В истории уже есть тому пример. Как получилось, что хутор сгорел? Очень просто. Обыкновенный пожар. А мельница тогда почему твоя цела? А вам не кажется, что слишком много вопросов? Раз спрашиваем, значит, резон есть. Тут, понимаешь ли, на хуторе вещь у нас одна хранилась. Ценная очень. Вот мы ее и ищем. Меня материальные ценности не интересуют. Поэтому ничего не знаю. Ничего не видел. Темнит, товарищ комдив. Точно, точно темнит. Темнит. Так, ладно. Слушай-ка, надо ему предложить вот эту, да, микстуру. Слушай, чернокнижный, у нас тут микстурка одна есть. Нужна? Нужна? А от чего? А я знаю. Если б знал от чего, может, и не отдал бы. Ну ладно, давай, разберемся. Я люблю во всем новом разбираться. Хитренький, а ты нам что? Давай тоже что-нибудь взамен. Настойка снотворная подойдет? Снотворная? Снотворная подойдет. Бери, Петька. Это навсегда надо. Подписываемся, друзья, на колокольчики, оставляем комментарии, делимся с друзьями. И не забывайте заходить почаще к нам на канал. Так, ну что, спустимся пока. И, наверное, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю игру. Здорово катаемся, Василий Иванович! Это ты катаешься, Петька. А я просто спускался на землю. Что-то мы туда не туда нажали. Вечно я путаюсь с этими кнопками. Так. Ну где мы тут? Хутор. Да хутор же, наверное, хутор, да.
Давай. О. Так, сохраняем игру. Да, сохраняем. И выходим из игры, друзья. Товарищ комдив! Смотрим следующую серию, про который нам Глотов рассказывал. И как только он в пожаре уцелел. Соображаешь, Петька, тот самый и есть. Да, да, горел, сундук. Потому что железный. Только, по-моему, он закрыт, а ключа у нас нет. Да, а вот это уже хуже. Ну что ж, Петька, придется ключ искать. Придется. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчик, заходите в гости почаще, мы вас всегда ждем и рады вам всегда. Будет много интересного.